И снова наркотики. В Рыбнице задержали 30-летнего мужчину. Он, как сообщает пресс-центр МВД, весь август распространял синтетический наркотик. Успел спрятать в тайниках 12 свертков с так называемой солью. Такую работу мужчина нашел в интернете. Мятку, где находится, получается, как пакет с закладками. Закладки были фасованные или вы фасовали сами? Нет, фасованные были. Готовы? Да. Какой наркотик? Соль, химия. У задержанного жена и дети. Кстати, ранее вместе с супругой употребляли наркотики. Как они объяснили, чтобы снять усталость. Мужчина денег за закладки так и не получил, зато сейчас ему грозит срок до 20 лет тюрьмы.